Я пойду его найду, а то у меня намного больше времени, подведу его, а то почему тогда он поднял. А брат мой, он обязательно сам поднимет, повесил его. Я не пойду поить чужого теленка, ребят. Я найду хозяев, прости, ребят, они у меня реветь будут. Я их с ведром подарил теленку на поле. А батюшка, слышишь, что за теленок он взял, пошел, напоил его. У нас разный поход. Но у него этот теленок теперь, и вот каждый день он ходит. Ой, я один раз их пробрал, теперь я рядом с теленком на шее там стоял. Все. Почему? Потому что ты не понесешь греха от души. За всех ты не научишь, не сможешь всех телят поить. Ты, говорит, не солнце, всех не обогреешь. А сам подход, туда, конечно, он добрее, он готовый монах где-то. Но этот монах промахнулся. Они ничего не поняли, только теперь старили голову и ничего не делают. Первое Паралипоменон 16:21. Никому не позволят обижать их. Евреев-то. И обличал за них царей. Что касается вас, касается зенита ока моего, говорит Господь. Никому не позволял обижать евреев. Господь не позволял. А как же нас били, убивали? А это не обида.